Добрый вечер, дорогие друзья. Жизнь человеческая – это та музыка, которая звучит у нас в душе. И никак иначе, потому что вы же не будете говорить, что жизнь – это то время, которое мы тратим на зарабатывание денег, чтобы купить себе немного еды. Или жизнь – это то время, которое мы проводим в метро, держась одной рукой за поручень, а другой за книжку, в которой какая-то моральная поддержка есть. Жизнь – это те песни, которые мы говорим, те слова, которые мы говорим сами себе, когда мы сыты, когда у нас все в жизни есть. И движение души – это и есть жизнь. Сегодняшний вечер был вызван целым рядом причин. Самая главная причина – это то, что один из наших участников сегодняшних сказал: «Миш, ну давай уже, блин». Вот эти замечательные слова «Миш, ну давай уже, блин» стали ключом к тому, чтобы сегодня состоялся первый, по-моему, да, Юр? Первый концерт из старой серии под ключевыми словами для всех, кто знает, что такое война и мир, батальонная разведка. Слова, которые живут и горят в душе у каждого человека, который хоть раз в жизни стоял на грани между жизнью и смертью, который знает, что такое боевая задача, который знает, что такое выполнение приказа. Заходите, ребят, заходи, вот туда, вот, да. Я хочу начать свое выступление, наше выступление вот с чего. Дорогие друзья, я прошу вас секундочку послушать меня, потому что я больше не буду долго так говорить и пространно. Сегодня 26 апреля, ровно 25 лет назад. 27-й, да, прошу прощения. 27 апреля, значит, 25 лет и один день назад в жизни мира произошло очередное эпохальное событие, которое произошло на нашей с вами территории. Взорвался реактор на территории Чернобыльской АЭС, и жизнь всего человечества пошла по другому сценарию. То, что сейчас происходит на Фукусиме, это отражение тех событий. Великая страна, в которой мы родились, в которой мы жили, смогла сделать так, что последствия этой аварии были сведены к минимуму. Вот. Но я думаю, что вы все эту дату помните. Я думаю, что все, у вас у всех есть люди, которые так или иначе к этому делу причастны. Поэтому начинаю я сегодняшний концерт вот такими словами. Да, и люди, которые туда ездили, которые стали между нами с вами и смертью, от которой невозможно спрятаться. Вот, если на войне ты видишь врага, он тебя стреляет, ну или снаряд прилетел откуда-то, то здесь время, проведенное возле реактора, это время, вычитанное у тебя из жизни. Вот, за которое расплачиваться будет даже, может быть, не ты, а твои дети, внуки или правнуки. Потому что радиация – это непонятная совершенно вещь, которая отражается на человеческой жизни, независимо от его желания. Там не летали пули, не выли там снаряды. Там также ветры дули, и смерть ходила рядом. А мы в рентгены эти несли свои тела, чтобы дальше по планете она не поплыла. Чтоб билось жизни пламя не только днем вчерашним. Своими мы телами хватали дозы ваши. Товарищи, простите, постойте, господа, добром нас помяните. Хотя бы иногда. Ты мне руку положи на плечо, ты мне слово золотое скажи, ты мне просто объясни, что почем, сколько стоит на земле наша жизнь. Надо жить, кому Господь сколько даст, раньше времени. Да разве ж пора? Пусть у нас с тобой есть долг и приказ, но я ведь тоже не хочу умирать, как все жители дворцов и лачуг, как все те, кто строит дом, сеет хлеб. Только все-таки я больше хочу, чтобы жизнь была на этой земле. Не обойти, не отойти, не отвести смерти из горсти. Рыжий ковыль, комья травы, серая пыль, черная пыль. Рыжий ковыль, комья травы, серая пыль, черная пыль. Этой доли золотые часы, где судьбы людской рассыпан посев. Я кладу себя на жизни весы, значит, будет жизнь дороже для всех. Я кладу себя на жизни весы, значит, будет жизнь дороже для всех. Чтобы север был и юг, и восток, чтобы к небу подымалась трава, а
Поднимаю на лицо лепесток и иду в Чернобыль смерть убивать. Одеваю на лицо лепесток и иду в Чернобыль смерть убивать. Ясно без слез, это всерьез. В черной росе поровну все. Хрупкая жизнь тонко дрожит. Лучший из фраз, кто кроме нас? Хрупкая жизнь тонко дрожит. Лучший из фраз, кто кроме нас? Если у вас есть чего выпить, выпейте, пожалуйста, за здоровье чернобыльцев. Вот сегодня мы выступали в школе, были люди, которые там воевали. Как нам сказали, что было негласное указание, либо Чернобыль, либо Афган. А там было человек 5, которые были и там, и там. Вот такие вот наши. Война — наркотик для мужчин. Марихуана с героином. Придут 2000 кончин во время очереди длинной. Паёк, аптечка и БК. Урал, пошел, привет, ребята. И целый мир лежит в руках. Легко, красиво и приятно. Война — наркотик для мужчин. Без всяких этих выкрутасов. В руках сжимаешь ты ключи от всех проблем и папуасов. Для всех морозов и жары. От Кушти до проспекта скачек. Простые правила игры. Побольше пуль, поменьше жрачки. Вы засучите рукава, забейте правильно разгрузку. Пошли, Господь, нам караван под ход невыбранного спуска. Гораздо круче, чем в кино. Во славу матери отчизни. Играть в крутейшем казино. Чужой и своей жизнью. Этот стих родился после общения с Кареном Таривердиевым, сыном Михаила Таривердиева, которого папа мог бы освободить от службы одним телефонным звонком к Леониду Ильичу Брежневу. Но он этого не сделал. И Карик скакал по афганским камням вместе со своими боевыми бойцами из спецназа ГРУ, забивал караваны, и мы смотрели с ним, сидели на дне рождения у нашего друга по фамилии Козлевич, вот, который, Юра, вы знаете, да? Вот, он смотрел на американских спецназовцев, которые выходили на боевые, у которых был там огромный мешок, сверху коврик, потом палатка, потом сухой паёк, и потом немножко боеприпасов. Значит, Карен разразился длинной очередью. Слова я не буду говорить там, потому что было только без мата, только слова и но. Вот. И сказал, что вот у нас все было наоборот, в общем, смысл в очереди, что у нас был вот такой мешок, в котором было две банки тушенки, а все остальное были эти самые патроны, гранаты. Но зато мы ни одну войну свою не проиграли. Моя военная карьера, моя зеленая рубашка. Громко очень, ребят. Не громко, нет, нормально. Мои наглаженные бруки, фуражка, пропуск и печать. В квартиру будущую Вера, с которой ничего не страшно, за исключением боязни от мирной жизни одичать. Ох ты, не вейся надо мною, ужасный призрак коммунизма и вурдалак капитализма. Не лезь в полночное окно, я все равно живу своею закамуфлированной жизнью. И эти радостные крики мне непонятны все равно. И наш служба единения субстанции несоединимых невероятных приключений и оглушительных побед. И в этом деле главной темой, что мне нельзя, ребята, мимо. Ведь между жизнью и смертью ступеньки третьей просто нет. Ты уж прости меня, Серега, но я не стану генералом и к продолжателю традиций желаний список будет прост. Пусть выпьет он за нас немного, пусть выпьет он за нас немало, а ровно столько, сколько надо, назвав все это третий тост. От Кунашира до Вюнсдорфа и от Ведяева до Кушки, плюс остальная карта мира, Ангола, Куба и Афган, и директивы, и лопаты, учеба, стройки, танки, пушки, чуть-чуть семьи, приказ и дембель, ответ достойный всем врагам. Чуть-чуть семьи, приказ и дембель, ответ достойный всем врагам. Докладываю.
уволен приказом министра обороны 15 апреля 2010 года. Ну, статья? По возрасту я старпер в 50 лет, Витя, оказался. Хотя я бегаю километр быстрее своих старлеев, подтягиваюсь больше их вместе взятых. И на последних стрельбах я выбил больше всех, больше, чем весь свой отдел. Да и надо было валять. Но, как говорится, наш министр обороны, да продлит Аллах его дни, знает лучше нас. Ну, ребята, третья песня, если у вас есть, налейте, пожалуйста. Я принадлежу к людям с традиционной ориентацией, и третья песня — это третий тост, потому что живы мы на этой земле в этом виде временно. Мы все отсюда когда-нибудь уйдем, и ничего в этой мысли плохого нет. Так же, как и ничего плохого, хорошего. Потому что каждый человек смертен. Другое дело, что после нас останется, что останется после тебя. Какие дети, какие дома, какие друзья, какие песни. Вот, вот это самое главное. Сделай, что можешь, и будь, что будет. Недавно я прочитал историю Полтавского сражения, когда 4000 шведов пошли в лобовую атаку на 23 тысячи русских. Это финал Полтавской битвы, да? То есть они так относились. Они считали, что каждый из нас попадет туда рано или поздно. Поэтому что кривляться? Пошли в атаку, и все. И они почти пробили. Просто их было очень мало. То же самое, что и было у нас во время Великой Отечественной войны. Когда 400 миллионов человек, живших в Европе, под общим командованием товарища Гитлера, вторглись на нашу с вами территорию. 25 государств мира. Об этом наша демократическая пресса не любит говорить. Но это именно так. И наша 180-миллионная страна удержалась. Хотя с другой стороны ее подпирали японцы. С третьей стороны подпирала Азия, в которой тоже было неспокойно. А мы удержались. А почему мы удержались, до сих пор так никто и не знает. Третья песня, посвящаю ее светлой памяти Сергея Николаевича Мельникова, великого человека, который ушел из жизни 5 сентября прошлого года. Герой России, летчик-испытатель. Прекрасный человек, который, когда его награждали героем или назначали депутатом, он мне не звонил. Он мне позвонил, когда его в 51 год допустили до летной работы, чтобы он поднимал в воздух наши металлические чудовища, вот, и испытывал их на прочность. Вот. Естественно, что прочность самого Сергея Николаевича была на 25 порядков выше, чем прочность любого суперсамолета фирмы «Сухого». Всем нашим ушедшим посвящается третья песня. С войны красивые и молодые, овеяны дымом побед, покрыты окаменной ран, и будут награды сиять, и волосы наши седые, когда мы вернемся с войны под марши и крики «Ура!». Вернемся с войны, нас встретят хлебами на блюде, нам громкие скажут слова, как правильны мы и не жены. Мы были надеждой страны, останем обычные люди. Нам выпить бы и закусить, когда мы вернемся с войны. Когда мы вернемся с войны, все девушки будут прекрасны, все женщины будут милы, доступны тихие и нежны. Мы будем их вечно любить, и черных, и белых, и красных, и утром, и ночью, и днем, когда мы вернемся с войны. А там высоко над землей, над самой высокой вышкой, кому и куда повезло, в раю или, может, в аду, уйдя из разорванных тел, погибшие наши братишки, внимательно и свысока нас видят и слышат и ждут. А мы похмелимся с утра, на форме заштопаем дырки, и снова суровый приказ за родину в бой поведет. Но все же наступит пора, фуражки или там без козырки, однажды когда-нибудь все мы к ним непременно придем. Хлопаем. Когда мы вернемся с войны,
Когда мы вернемся с войны, когда мы вернемся с войны, когда мы вернемся с войны. Все. А теперь встали и выпили. У кого что есть? Третий тост, ребята, давайте. Нет, дай тоже лист. Дай мне тоже. Спасибо. Молча стой и не чокайся. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Первую свою часть я хочу пройтись по жизни нашего общества замечательного за прошедшие годы, вот так называемые, знаете, что такое демократия? Это власть народа? Нет, дорогие друзья, демократия — это власть демократов. Вот. И вот песня, которая родилась в 93-м году, после того, как я познакомился с старлеем из города Минска по имени Сашка, который мне с веселым хохотом рассказывал, как они вводились в Минск, ой, прошу прощения, как они вводились в Баку в 91-м году. Вот. И вот я его сидел, слушал и думал, что, наверное, что-то не так, раз вот эти вот сопливые пацаны, у которых там ни жены, ни близких нету, они решают проблемы, которые должны были решать большие, толстые дяди на самом верху. Но поскольку у дяди нет времени или сил, или желания, то за все их ошибки расплачиваются вот эти Сашки, Витьки, Мишки и прочие пацаны, которым еще жить, дожить и рожать детей. Песня посвящается всем, кто служил в 90-х годах, особенно вот такая была замечательная формула, вы знаете, да, ВДВ плюс ВТА равняется советская власть в Закавказье. Слышали, наверное, да? В мутной воде заблудиться так просто, между течений стремительных вброд, и на плечах, и присягой звезды. И эти люди ведь твой же народ. Кровь пацанов, там где кровь лейтенантов, злобы слепой, ненавидящий взгляд. Жизнь как мундир по краям с алым кантом. Ты человек, но ведь ты солдат. И невозможно приказа нарушить, и не нарушить приказа нельзя. Господи Боже, спаси мою душу, мне отведи от прицела глаза. Мир хрустальный бокал, кем-то брошенный об пол, что не склеить уже, не сложить, не собрать. Я, наверное, устал, ставни плотно захлопнул. Пусть идет без меня злая эта игра. Пусть идет без меня злая эта игра. Слепок корявый 20-го года, выбравшим рельсы военной судьбы, теми, кто сверху и предан, и продан, теми, кто рядом, а смеян забыт, скрыться за сеть, за забором бутылок, чтобы не видеть, чтоб не замечать, только внезапно ударит в затылок. Схожестью фабул тогда и сейчас. Господа, господа, что же с нами-то будет? Все уходит в песок. Вера, жизнь и вода, нам беда, не беда. Пусть Господь не осудит. Были б совесть и честь. Господа, господа, Степанакерт и Баку из Хинвали, буквы простые, безжалостных фраз. Время для жизни мы не выбирали, время приказом назначило нас. Красный ли флаг, красно-белый и синий, как далеко бы судьба не вела, только бы крепче стояла Россия, только бы Родина наша была. Господа, господа, что же с нами-то будет? Все уходит в песок. Вера, жизнь и вода, нам беда, не беда. Пусть Господь не осудит. Были б совесть и честь. Господа, господа, были б совесть и честь.
господа, господа. Если ты будешь разговаривать во время исполнения песни, я сделаю тебе предупредительный выстрел в голову. Я после песни сказал. Молодец. Афганистан. Здесь присутствуют люди. Кто в Афгане воевал? Поднимите руку, пожалуйста. Похлопайте, пожалуйста, этим людям. Можно много говорить там, нужно, не нужно, но просто после того, как туда вошли наши друзья пиндосы, количество наркотиков, которые стало попадать на российскую территорию, увеличилось в 10 раз. Вот. Больше говорить нечего. Вот, я там не был, честно скажу, я там пытался туда попасть, написал рапорт, принес начальнику отдела, он прочитал внимательно, посмотрел на меня, говорит, как только ты понадобишься в Афганистане, мы тебя сразу позовем. Вот я до сих пор жду. Вот. Но поскольку многие мои друзья там были, многие мои знакомые, я много читал об этом, слушал, слышал, вот написал несколько песен, которые хочу сейчас представить на ваш строгий суд. Песня, которая сейчас прозвучит, была... Вот недавно был юбилей инженерных войск Российской Федерации, мне посчастливилось принимать участие, 450 лет, я делал диск на поздравление, и когда я эту песню показал с трепетом души, мне сказали, что это, ну, в общем, одобрили. Песня называется «Сапер». «Сапер» песня называется. Пустыня, ветер, камни, жара, запотевшие ХБ, и никакой славы совершенно, и дорога, каменная твердость, и у тебя в руках металлический щуп, миноискатель, который неизвестно то ли работает, то ли сломался на прошлой неделе. И... А за тобой колонна, которую ты должен провести вот через этот поворот. А ты знаешь, что вот там вот сидят тебя и ждут ребята с выдухами. Между пальцев комья глины, мелких камушков сыпье, откопал до половины от взрывателя ее. Сверху провод, сбоку провод, снизу вовсе черти что. Ей с полногтя дай лишь повод. Не сошьет потом никто, не сошьет потом никто. Увлекательное дело тыкать в глину острие. Вот еще б вернуться целым, вовсе райское житье. Да еще б собака лада не задела проводка. Больше ничего не надо, чтобы жизнь была сладка. Итальянская посуда, Чиполлино их умать. Вот вернусь, так год не буду макароны покупать. Коль не дам сейчас обложку, жаль в спине какой-то зуд. Буду есть одну картошку из колоди, что везут. Под солба ладонью вытру, отгоню насевших мух. Да, конечно, парень хитрый, да меня тут бывший дух. Из ребята из Европы, чьи на корпусах клейма. Капли мне нельзя прохлопать из воротов их ума. За открытым за порогом, что из-под моей руки, открывается дорога для бензина и муки. Вот веревочка, два ушка. Отрываю глинозем, тихо-тихо спи, старушка, сейчас мы кошку принесем. Тихо-тихо спи, старушка, сейчас мы кошку принесем. Так, отматываем, ребята, отматываем. Теперь все прячемся, сейчас мы кошку принесем. И все это дело взрывается. «Сапер» называется песня. Вот, спасибо. Дальше я ездил в замечательный город Чкаловский по совершенно бессмысленному поводу. И когда возвращался оттуда, это было в первую Чеченскую, во вторую Чеченскую войну, вместе со мной оттуда вернулся отряд бойцов, прилетевших вот из Моздока. Совершенно потрясающая встреча. Их никто не встречал. У них на 25 человек было рублей 15 денег. Они купили большой баллон пива, один на всех. Достали сухпай свой. И прямо там такие, знаете, вот решетка, этот самый заборчик. На заборчике положили таблетки сухого спирта, стали разогревать свой сухпай, и все по очереди пили из этой бутылки это пиво. Каждому досталось по маленькому глоточку. Я смотрел на них, я смотрел на них и думал. И вот такая песня называется «Чеченская война». Мир 600, бетер 80-ка, а салон – это башня-обрез. Дискотека, топтание в присядку, когда холод под ватник залез. Казино — это камбло поста, а рулетка — стрельба в темноте. Видишь, брат, все красиво и просто. Жаль, что фишки немного не те. Жаль, что фишки сейчас — это души. Красным наши, зеленым они. Нас ведут по зеленому плюшу.
чтоб на баксы потом заменить. Нам тушенка достанется с хлебом, гильзы теплые, что отстрелял. Нам достанется синее небо или черная эта земля. Нам достанется ночь в карауле, в кулаке сигаретный дымок. Нам достанется снайпера пуля и фугаса под днищем рывок. Нам достанется все понемногу. Об одном попросить я хочу: коль увидите где-нибудь Бога, пусть души нам оставит чуть-чуть. Если встретите где-нибудь Бога, пусть души нам оставит чуть-чуть. Ну и вот тоже, знаете, вот я когда был молодой, я был талантливый и красивый. Сейчас я стал полковником запаса. Да, и вот песня, которая была написана в майорском звании, я вот смотрел на все это дело, читал книги и просто потрясался. Был потрясен тому, что это происходило, как это все происходило. То есть я понял одно, что вот все наши славные победы, достижения, они происходят, как правило, вопреки сложившимся нормам, правилам, законодательством, уставом внутренней и внешней службы. Потому что вот так написано вот так, но если ты будешь делать вот так, то ты и сам погибнешь, и людей погубишь, и, в общем, полный атас. Вот, и, в общем, песня называется «Маленькое русское счастье». Вот. «Маленькое русское счастье», там есть слово «муха», «муха» имеется в виду, это гранатомет, которым пользовались как федеральные войска, так и чеченские боевики. Такое интернациональное такое слово, «муха», ну, «муха». Водочки стопарик, огуречек хрустим, пельмени в паре, острая капуста. Выпить никому не хочется. 200 грамм колбаски, полбуханки хлеба, телевизор сказки, голубое небо. Телевизор сказки, голубое небо. Вовремя получка, банька по субботам, женушка не злючка, трезвый муж работы, доброе начальство, тихие соседи, теща без нахальства, добрая как леди, теща без нахальства, добрая как леди. Костерочек сухо, мерзлой кильки банка, и внезапно муха в землю мимо танка. Чьи-то магазины, тот в прицеле кулем, пуля по пластине, и на вылет пуля, пуля по пластине, и на вылет пуля. Письмецо от внучки, пенсия подходит, и в спине колючка притупилась вроде. Первые росточки на весенних грядках, сон хороший ночью, все у нас в порядке, сон хорошей ночью, все у нас в порядке. Водочки стопарик хлопаем, огуречек хрустим, пельмени в паре, острая капуста. Ой, налейте, ребята. 200 грамм колбаски, полбуханки хлеба, телевизор сказки, голубое небо. Телевизор сказки, голубое небо. Госдума сказки, голубое небо. Ну что, не налили, да? Не нальете? Вот чуть-чуть, да. Вот все, спасибо, больше не надо. Можно, да? Ребята, не могу просто. Я так волновался, что это самое. Я хочу выпить сейчас за то, что пришли вот эти замечательные люди. Вот один бородатый, второй, слава богу, нет. Имеется в виду Игорь и Витя, Виктор. Вот, ребята, за них. За то, что у нашей армии безумно есть голос, который сегодня здесь. Любимая песня моей жены. Все лучшее, что есть в русских женщинах, я вот за 50 лет, все, что я понял, есть мои замечательные супруги Екатерине Львовне Петровой. И фамилия, и имя, и стать женская, и ум, и вообще
знаете, да? Дорогие наши дамы, все готовы вас всегда мы целовать и обнимать, твою дочь и твою мать. Постоянно днем и ночью мы вас любим очень-очень. И зимой, в день весны, без халтуры выходных. Мы любить вас будем вечно, если вы для нас, конечно, будете вспоминать и вязать, и шить, и вареники лепить, мыть, готовить и стирать, пыликать и вытирать, в магазин ходить за пивом. Я не быстро говорю, успевайте за мной. Завиваться всем на диво. Еще при этом быть причесанной, одетой, ногти красить на руках, быть кокетливой слегка, вылететь королевой, но не бегать, чтобы налево, чтобы сгорали от тоски все вокруг мужики. Ну, с работы нас встречать, телевизор нам включать, на ночь сладко песни петь, на ухо не храпеть. Быть готовой в трудный час, защитить себя и нас после боли, чтобы любой донести меня домой, придя на край земли, утречком опохмелеть. А за это так и быть, будем мы вас всех любить. Мужчины стоят, женщины за одна. Но это потом. Вот, и вот песня. Это, да, аплодисменты женщинам, мужчинам. Жизнь нашей страны, настоящая жизнь нашей страны, это жизнь в форме. Россия великая страна, потому что она великая военная держава, у нее великая военная душа. И, к сожалению, сейчас происходят безвозвратные потери этого дела. Мы стараемся этому препятствовать, насколько у нас хватает сил. Слава Богу, что не сильно мешают. Вот. Но все это дело, насколько я понимаю, делается ради одного человека. Это ради твоей любимой женщины. Мы все эти наши подвиги безумные совершаем, пишем все наши эти идиотские песни, вот, и вообще ходим в форме ради вас, ради вас, замечательные наши женщины. Вас безжалостно вывозят из страны, проклятые иностранцы, я бы ввел налог на каждую женщину. То есть по весу должны столько золота, да, Николаевич, нам вложить в наши, чтобы наших женщин... В резерв... Нафиг, там уже все уже и так продали. Нам с тобой. На развитие авторской песни военной в России. По весу каждой вывезенной женщины пусть золото нам оставляют. То есть налоговая. Да, ну, в общем, вступление я сказал. Песня называется «Женщина наша». Бронежилет на голом теле, а руки в солнце камуфляжа. Вы так красиво загорели, нам скажут девушки на пляже. А мы на них посмотрим гордо и отхлебнем немного пива. К чему терпение рекорды? Любите нас, пока мы живы. Любите нас, пока мы живы. Я сгоряча взмахну рукою и на пол броню надежду. Судьба военного покроя пускай несет сомнений между. А жизнь последней щелкнет строчкой и бросит головой с обрыва. Вы помашите нам платочком, любите нас, пока мы живы. Любите нас, пока мы живы. Пока летят над морем брызги и ветер бегает по крыше, покуда пуль не слышно визга, пока мы чувствуем и дышим, пока деревья зеленеют на ротах, вставших под разрывы, пока мы чувствуем и смеем, любите нас, пока мы живы, пока мы что-нибудь умеем, любите нас, пока мы живы, любите нас, пока мы живы. Ну, дорогие друзья, моя часть подходит к концу, слава Богу. Я пою крайние две песни, вот, и после этого будем готовиться к выступлению Игоря Николаевича. Нет, я буду. Виктора... Пускай завершает. Виктора Глебовича. Пускай, Игорь, ты будешь завершать. Очень хорошо. Да. Ну, поскольку я служил в Арбатском военном округе, и, занимался всю жизнь войной то на компьютере, то на карте, то на карте, то на компьютере. Естественно, родилась вот несколько таких мыслей по этому поводу. Песня называется «Блюз штабной крысы», посвящается... Кто хоть раз в жизни карту рисовал руками? Поднимите руку, пожалуйста. Вот, да, спасибо. Смотря где рисовать. Особенно, да, смотря где рисовать. Если ты это рисуешь в Академии имени Первого Отечества Дзержинского, на полу в носках лежит карта 2x8, ты по ней ходишь там, тут написал, там написал. Это одно дело. Или в лесу. Да, если в лесу, на спине боевого товарища, который то ли спит, то ли убит, это совсем две большие разницы. Ну,
Штабная крыса. Большое белое здание на Арбате. Июнь месяц, жара. Открывается дверь. Туда выходит мужчина в костюме майора. В две затяжки выкуривает сигарету прямо без фильтра. И скрывается за теми же дверями. Ну, в общем, да. Яйца, дальше, это кружочки на карте, которые обозначают скопление войск и техники. А не то, что вы подумали. Вот так вот делаем. Не торопись. Вот майор стоит и курит. К небу дым идет столбом. Ни от скуки, ни от дури. Не за тем, что дуб-дубом. Не спеши его напрасно разделяя называть. Карту важности ужасной должен сейчас он рисовать. Вот майор стоит и курит. К небу дым идет с тобой. Быстрее не успею. Клеил все листы как надо, надпись правильно нанес. Не прорвутся немцы хады, или американец пес. Он не дрогнет, не спасует, крепкий как броня почти. Смело яйца он рисует, и различные значки. Вот майор стоит и курит. Небо дым идет столбом, лирическая часть. А вокруг бурлит столица, пиво пьет простой народ. И в коротких юбках лица ходят, бродят взад-вперед. Фильмы крутятся в киношках, а в шашлычных шашлыки. А вот его ждут козьи ножки, батальоны и полки. Вот майор стоит и курит, к небу дым идет столбом. Бравурное окончание, можно встать и отдать честь. Знаете, штаты и китайцы, и Анзюс, и НАТО весь. Стрелы грозные и яйцы, можем мы всегда на месть. Мирный труд спасем и счастье. Всех победим, все хлопают. Коль японский на фломастер, так на всех хотя бы один. Вот майор стоит и курит. Вот майор стоит и курит. Вот майор стоит и курит. К небу дым идет с тобой. Ну и крайняя песня, которую я хочу спеть, я хочу посвятить ее всем вам, дорогие друзья. Кто сейчас служит в армии? Поднимите руку, кто сейчас служит в армии? Двое, да? Отлично. Да, вот. Да. Эту песню я прочитал на бумажке, бежал за одним мужчиной два квартала, но не догнал. Наш министр мужчины силы редкой, он стоит, не будем, это плохая песня. За родину, за мать. Да, это про министра деревообрабатывающей промышленности. Наш министр мужчины силы редкой, он стоит за родину, за мать, он любую может табуретку починить, а после поломать. Он силен в ракетах и в разведке, с ней продлится жизнь, жизни дольше нить, он любую может табуретку поломать, а после починить. Спите крепко, воины и детки, солнце мира над землей встает. Он возьмет любую табуретку и оптимизирует ее. Лопилит все четыре ножки и сиденье вытянет. И ему за это мы истошно троекратно прокричим «Ура!». Здесь не надо смеха или плача. Он когда уйдет вперед и ввысь, к нам министром банщика назначит, чтобы все дальше было хорошо. Это написала одна сволочь. Я пытался ее догнать, но не догнал. Если вы найдете сволочь, придите ко мне, я сам ему откушу руки его поганые за то, что он такие гадости пишет. Дорогие друзья, я очень стесняюсь, что я задерживаю ваше внимание своими, значит, попевками, вот, поскольку основная часть, естественно, у нас впереди. Черно-белые фото, броня и стволы, и людей загорелые лица. Там мы были с тобой, там остались целы, там есть то, чем мы можем гордиться.
Мы высоких особо не знали идей, нам бы выжить, а после помыться. Только помнят о нас будут сегодня везде, этим тоже мы можем гордиться. Нас особо не сильно любила страна, черный хлеб и побольше горчицы. Но за вещи, где наши с тобой имена, она может сегодня гордиться. Я был кокардой, каской и блюмажем, я ложкой был позавчерашних щах. Я разгребал чернобыльскую сажу и Белый дом то брал, то защищал. Входил в Берлин Паншер и город Грозный, тонул в подлодках, вылетал в туман. Я доводил порой, хоть было поздно, идеи всех главкомов до ума. Я начинал, когда вовсю пылало, и об успехе мог лишь доложить. И состояние полного обрала, вот жизнь и мой естественный режим. И ощущение риска так знакомо, когда у прочих валятся штаны. Но я боялся танков и парткомов гораздо меньше собственной жены. Мои закаты, мои рассветы, Чечня, Баку и Целина и Пам, зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Идет любая вещь на 3-4 из-под моей бестрепетной руки. Я мир оберегаю во всем мире, а также рынки, стройки и ларьки. Я был макушкой и спиной, и шеей, уж миль, пардон, имеем то, что есть. И пусть бывает, денег не имею, зато пока еще имею честь. Мои закаты, мои рассветы, Чечня, Баку и Целина и Бам, зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Я был кокардой, каской и блюмажем, я ложкой был в позавчерашних щах. Я разгребал чернобыльскую сажу и Белый дом то брал, то зачищал. Придут кормушкам новые мессии, и время вытрет наши имена. Я был таким же, как и ты, Россия. Я был таким же, как и ты, страна. Я был таким же, как и ты, Россия. Я был таким же, как и ты, страна. Мои закаты, мои рассветы, мои готовность в дымовых клубах. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Зима и осень, весна и лето, моя прекрасная военная судьба. Спасибо. Вот на этой оптимистической ноте я хочу закончить свое выступление. Извиниться перед боевыми товарищами, поскольку я на 10 минут больше орал в микрофон, так, чем положено было. Сколько пауза? Пауза, давайте так, 10 минут. Можно 2 минуты деньги соберем? Нет, 2 минуты это мало, чтобы деньги собрать. Дорогие друзья, значит...